Привет, друзья! Решил вот записать такое видео. Приобрел себе гарнитуру на шлем новенькую от фирмы. Видите, Foot Sports. Модель называется FX30C Pro. Приобрел ее на AliExpress. Вот немножечко помятая такая пришла коробочка. Заказал на AliExpress, но доставка была походу из России. Пришло буквально, ну, за неделю, что ли, даже быстрее, ну, достаточно быстро, я бы сказал. Вот, почему решил заказать такую гарнитуру? Потому что она сдвоенная, гарнитура и камера. Потому что неохота на шлеме таскать и камеру отдельно, и гарнитуру отдельно. Решил вот поискать и нашел, остановил свой выбор на такой камере, посмотрел видео на YouTube, в основном только американские и китайские видео по данной камере. Ничего толком не понятно, у одного видео только парнишки с пробой видео, там два видео у него есть, как она снимает, если интересно, можете найти. Вот, я решил как бы показать, что она из себя представляет, что в комплекте. Как я установил на шлем, какие функции тут есть. Ну, в принципе, так, приступим. В этой камере, гарнитуре есть, так как она, камера снимает 1080p в 30 fps, по-моему, там еще как-то, может, 720, или я не помню. Ну, есть приложение отдельное, можно, тут в инструкции есть, его скачиваете и устанавливается на телефон, там можно подключиться через Wi-Fi. Камера, гарнитура может делать снимки, записывать видео. Этот значок означает, что можно к гарнитуре, камере подключиться по Wi-Fi. Также есть радио. Вот у нас есть тут на коробочке на русском языке информация. Bluetooth 5.0, встроенная камера 1080p. Эквалайзер присутствует, кстати, да, но там такой условный, он увеличивает низкие, точнее высокие тона и приглушает их. И за счет этого создается эффект, как будто у тебя эквалайзер. Ну, приглушая немножечко высокие звуки, чувствуется чуть побольше басы. Ну, в принципе, функция есть, и уже хорошо. Вращение объектива на 360 градусов, это камера. Вот, допустим, представим, она на креплении. Сейчас я вам камеру покажу. Она будет на креплении вращаться вот на 360 градусов. То есть, сейчас попозже тоже покажу. Так, что мы тут еще видим? Двусторонний интерком. Это для связи с соседом. Ну, с человеком, у кого тоже интерком, можно связаться. Я как бы не пробовал сейчас с другими интеркомами связываться. У меня есть другие, такой же фирмы, ну, попозже летом, как будет сезон, сейчас у нас февраль, нет возможности нормально потестить. Так что, ну, потом посмотрим. Радио FM, я как сказал, Hi-Fi стереозвук, ну, звучание послушал, в принципе, звучание динамиков достаточно нормальное для китайских, я сказал. Обмен музыкой, это значит, что вы можете музыку свою с телефона также расшаривать для человека, с кем вы на связи. Обмен музыкой. Так, цифровое шумоподавление. Это я еще тоже не успел проверить. Голосовые команды я посмотрел, да, поддерживает. В комплекте есть микрофон. Есть на самой камере микрофон. На гарнитуре есть микрофончик снизу свой. И также в настройках можно переводить микрофон на тот, который подключается отдельно, внешний. И что... Сверхбольшая емкость. Заявлена емкость батареи данной гарнитуры на 2000 мАч. Так, ну давайте, в принципе, откроем. Тут особой информации больше ничего нет на коробке такой интересной. Коробочка открывается так. Так, сейчас посмотрю там, да. Коробочка достаточно такая приятная, симпатичная. Ну, если бы, конечно, не вот эта мятина, то, что у меня при доставке образовалось, было бы вообще супер.
Открываем, видим здесь мотоциклиста прямо. Скорее всего, даже не знаю, ну что, на мотоцикл какой-то. Мотомарини, что ли? Судя по двигателю. Так, ну, данная гарнитура, я посмотрел, достаточно популярная за границей. Не знаю, в Америке, Европе. Потому что видео все на английском языке, в основном с обзорами. Так, что мы тут видим в комплекте? Там был талончик еще, он гарантийный. Я его выкинул, как бы мне не нужно. Есть вот памятка, что данная гарнитура заряжается конкретно 5 вольт и 1 ампер. Были прецеденты, почему они так написали. У людей, видать, побольше ставили зарядки и сгорала, видать, батарея или микросхемы какие-то. Так что они даже вот памятку ложат, чтобы люди не забывали, что каким питанием надо заряжать. Так что в комплекте еще идет у нас инструкция. Бумажка достаточно большая. На данной инструкции указано органы управления, как ее подключать, в принципе, где скачивать приложение, там Google Play, iOS, все есть, то есть все ссылки. Комплектация, что у нас тут входит: камера, гарнитура, провод для зарядки, блок не входит в двусторонний скотч, резиновая проставочка, если вы через крепеж держите, крепите, площадка для крепления, проставки дополнительные, скоба металлическая, для это у нас получается гибкий для модуляров и такой маленький микрофончик для интегралов. Так, поворотный механизм, инструкция, прокладочки, чтоб угол камеры, наклейки, чтобы выставить толщину в шлеме. Вот, собственно, указана сама установка в картинках. Примерно как... Ну, тут, я не знаю, даже дурак разберется. Прошу прощения. Так, вот такая большая инструкция. Ее как связывать, как управлять, как включать видео, как включать аудио, как включать радио, как расшаривать музыку, как соединяться с другой гарнитурой. Вот представлено на видео, на картинке, как поворачивается камера. Так, что у нас тут вот еще? Здесь вся информация. В общем, вот, и всякие ссылки тут у меня, QR-коды. Так, ладно, эту инструкцию пока в сторону уберем. Пардон. Произошел небольшой упс. Так, эту в сторону пока бумажку. Сейчас уберу. Так, вот, собственно, у нас вот так вот выглядит внутренняя часть. Что у нас там внутри? Сама камера. Тут была наклеена еще пленочка, я ее снял. То есть вот камера, гарнитура, гарнитура с камерой, ну будем так и так и называть. Кнопочки, это у нас включение камеры, то есть вот это включение, кнопка, это у нас запись, запуск записи, это кнопка для фотографии, она как индикатор служит, еще когда ты включаешь, она моргает. Это кнопка включения. Ну, как это получается, не кнопка, это джойстик, она нажимается и вот так еще вращается. Перелистывать треки, громкость тише, больше и все такое. Это кнопка питания, чтобы включить это, надо вот две вот эти кнопочки зажать. Все, гарнитура включается, подсоединяется к телефону и это самое работает. Так, сейчас я выключу, пока что она не подключалась мне к телефону. Так, здесь разъемы, смотрим. Сюда под резиновой такой накладочкой вставляется карта памяти. Карточку продавец положил в комплекте. Карта на 64 гигабайта, класс 10 с высокой скоростью записи, за что ему спасибо. Здесь у нас подключается
вот в этот район под заглушечкой включается кабель, который идет в комплекте для связи с компьютером, ну, чтобы можно было скачивать, и для зарядки. Вот в это гнездо, подключается сама гарнитура, наушники. Так, кнопка питания, здесь вот информация о модели. Выглядит она достаточно симпатично, на мой взгляд. Вот здесь камера. Под таким резиновым чехольчиком у нас находится сама камера. Так она выглядит. Угол широкий, там, по-моему, около 120 градусов. То есть даже крепя на шлеме сбоку, у тебя идет обзор достаточно широкий. Видно, ну, и слева, и справа. Ну, представляете, что такое широкий угол. Так, положим ее пока сюда. Что у нас тут в комплекте дальше? Я часть уже прикрепил на шлем, попозже покажу. В коробке вот у меня здесь лежит кабель для зарядки Type-C. Может, я забыл сказать. Питание и подключение компьютера Type-C. Type-C и с другой стороны USB. Даже на этом проводе указана бирочка, что именно 5 вольт, 0,5 ампер или 1 ампер. Не перепутайте. Так, дальше. В пакетике здесь у нас лежит диск-крепежик, который там был на картиночке. Ну, еще плюс то, что я сейчас на шлеме установлю, покажу. Это чтобы наклеить на шлем, на модулях, и к нему гибкий маленький микрофон подключать. Ой, как она, велка такая. Это наклеечки, чтобы вклеивать в шлем. Вклеивать шлем и к ним крепить наушнички. Так, это у нас такие подушечки. Это служит для утолщения, если каналы, допустим, для наушников слишком глубокие в шлеме, чтобы поближе к ушам, ну, подрегулировать наушники можно было. Так, здесь у нас в комплекте идет всякие проставочки, резиночки. Так. Смотрим. Эта резиночка у нас была со скобы, я ее снял. Это под, наклеивается на площадку, чтобы крепиться скобой к площадке. Эти проставки можно площадку снять, скобу снять, поворотный механизм, и приклеив вот эти штуки, через скобу крепить. То есть снимается там. И это проставочки разной толщины. На пленке не видно. Сейчас достану и покажу также на гарнитуре потом. Разной толщины проставочки, чтобы угол камеры выставить. То есть если ваш шлем идет с наклоном, с небольшим, не ровно, а с небольшим, чтобы камеру по горизонту немножко выровнять, проставка. Так, дальше смотрим, что у нас тут еще есть. Еще пакетик. А, вот гибкий микрофон. Гибкий микрофон. Видно, да? Чтобы приклеить в модулях. Так, ладно, мы это дело все сейчас уберем, пока эти коробочки, проставочки. Так, камеру мы положим вот сюда. Ой, сейчас, секундочку. Вот, собственно, камера. Так, и давайте посмотрим, как это дело еще на шлеме выглядит. Вот у меня шлемчик. Такой вот Shark City Cruiser. Ссылочка на него будет где-нибудь там или там в описании. Потом я сниму обзор. Смотрим. Так, закрепил я его вот сюда. Но крепится он сюда на данный шлем. Так вот, можно сказать, не очень красиво. Ну, сбоку не видно, а видно это с торца. Видите? А профиль у шлема такой, что нормально не закрепишь. Здесь маленький выступ, здесь аэродинамическая форма, и сюда вот на эту крепить она слишком высоко будет. Пришлось сделать площадку через скобу. Кстати, вот скоба, вот сама площадка. Сейчас вот попробую сориентировать.
Вот проставка, чтобы горизонт выставлять у площадки. Вот смотрите. То есть площадка, чтобы была в горизонте у меня. Потому что, к сожалению, камера, линза у этой камеры не поворотная. То она как идет прямо. То есть, если ты прикрепил так шлему, у тебя видео будет, соответственно, также под наклоном. Вот эта проставка нужна, чтобы выставить по горизонту. Так, вот проставка. То есть, она сама на металлической такой основе находится. Видите, да? То есть, сейчас я выну эту штучку, проставку. Так, сама площадка. Блин, как показать? Вот отгибается, вот наклоняется, чтобы угол выставить. Вот так вот. Чик, 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 чик. Туда ставится проставочка. И еще эта площадка, она поворачивается вот так. То есть на 360 градусов мы можем повернуть, хоть вверх. Хоть небо можете, хоть ехать и снимать, что у вас сзади происходит, в принципе, ну как вариант, почему бы нет. То есть способы съемки увеличиваются. Так, она имеет фиксированное положение, то есть площадка вращается, и она вот сама по себе вот туда не болтается. Там такой шарик на площадке, походу, чик, то есть он фиксируется в положениях. А, вон эти металлические системы там. В общем, я думаю, я понятно объяснил. Вот у меня идет провод для подключения сюда к гарнитуре. Давайте я, наверное, воткну сейчас. Секундочку. Так, устанавливается камера. Кстати, давайте покажу. Устанавливается она с перином. Вводится там в паз. Блин. Одной рукой не очень удобно это делать. И защелкивается вот так вот, снимается колпачочек, все, у вас есть камера, видите, она сейчас без проставки, смотрит чуть-чуть под углом. Прям ставим резиновую проставочку, она будет ровно выглядеть. Вот так она смотрится на шлеме сзади. Так, давайте провод к ней подключим сейчас, секундочку. Так, так подключается вот в это гнездо. Провод подключил. Вот. В принципе, так она выглядит. Так, показать хочу вам я еще микрофон. Вот на гибкой штанге в комплекте идет. Я его уже установил. Сюда вот у меня так проводочек идет под шлем. Сюда он не залазит снизу с зараза. Потому что здесь там такая хитрая система, там еще такой фартук длинный, и он заводится в шлем. Так, и. Конечно, у нас еще здесь есть. Так, сейчас попробую показать. Блин, муха. Так, вот, собственно, динамики. Ну, здесь вот в шлеме я буду немножечко еще углублять. Тут маленькие посадочные места. Вот, и буду углублять немножечко. Потому что немного на уши давит, а когда в дальней дороге будешь ехать, это давление на уши будет сказываться. Поначалу вроде ничего, но как со временем показывает практика, что ну, долго едешь, с таким вроде бы не казалось сначала незначительным давлением на уши, потом уши отваливаются, болят. Так, ну что еще вам рассказать. Пробные видео снимать пока ну нет смысла. Ходить по гаражу, на улице снег еще лежит. А, в сезоне как сниму. Вот я, собственно, герой этого видео. Так и гарнитура. Видео как сниму в сезоне, то выложу. Собственно, покажу, как она работает, как кадры с нее. Ну там 1080, ну, в принципе, разглядеть можно, ну. Можно пару видео на интернете найти, как она снимает. Вот, собственно, весь такой обзорчик был небольшой на эту камеру. Спасибо вам за просмотр. Если было полезно, ставим лайки, подписываемся и до новых встреч. Пока.